Мотоцикл Урал Гераб 2013 года. Здесь хочу показать привод на коляску. Колесо коляски подключается вот этим механизмом. Там впереди рычаг. Вот. Раз. И колесо коляски подключено. Что привод подключен, но мотоцикл стоит на колесе коляски. Сейчас отключаем. И все, колесо коляски отключено. Колесо коляски можно подключать только в том случае, если мотоцикл едет по грязи или по снегу, то есть по скользкой какой-то поверхности. Потому что если на сухой ровной поверхности подключить привод, мотоцикл резко начнет заваливаться влево, крайне трудно становится управлять им. И также происходит огромный износ на ходовую. К слову, летом в сухую погоду, даже на бездорожье, я практически никогда не включал привод коляски. Только зимой или только в грязи, если приходится преодолевать лужи, грязь где-то в горах после дождя, тогда да. Мотоцикл начинает буксовать на заднем колесе, включаешь блокировку, все, он тогда выруливает. Как только вырулил из грязи на сухую поверхность, сразу начинает заваливать влево. Это значит, что нужно отключать привод. Все, мотоцикл едет дальше. У меня есть брошюра с экспортным вариантом. Модель 8107, называется Sportsman. Вот здесь применялся привод с дифференциалом. Я не знаю, можно было его заблокировать или нет, но вот эта модель, она, насколько помню, была экспортная с 96-го года по конец 90-х, потому что с начала 2000-х пошел уже Урал Патруль. Вот, эта модель 650-й, и ранние патрули тоже были 650-е. Вот, на патруле уже начали использовать подключение колеса коляски. Достал аксессуар на коляску. Это аптечка. Крепится сзади, вот сюда. Крепление с одной, такие же с другой стороны. Здесь у меня налеплен грифон. Это еще предыдущий хозяин приклеил. Ну, и он будет закрываться этой коробочкой. Здесь крепится эмблема Красного Креста или серп и молот, или еще различные эмблемы. Вот сама коробочка прорезинена, то есть она влагостойкая, но при условии, что здесь будет крепиться эмблема и она плотно закроет отверстие.